Здравствуйте, с вами сталкер Дед, и сейчас будем выполнять задание «Время собирать камни». Морозов говорит, что его друг погиб на Везувии и что его вещи находятся у кладовщика. Двигаемся на Везувий к кладовщику. Я думаю, с этим проблем ни у кого не возникнет. Прапорщик стреляет нас тут. Просто подойдем к кладовщику, тот нас отправит к следователям, который конфисковал, оказывается, посылки. И следователь нас отправляет разыскивать трупы. Трупы замучитесь находить где, я все вам покажу. Показываю вам, где находятся мертвые курьеры. Вот этот, по-моему, один из самых тяжелых в поиске. Да и все они ищутся противновато. Хотя немного денег, но задание. Находится в квадрате L13-1. Вот где я тут стою, получается. Вот она идет дорога. Пошла сверху, в эту сторону. Вот дерево большое. Камень, вот такие вот ориентиры у вас будут. И вот прямо подойдете, он загорается. Сейчас получим какой-нибудь яд. Нет, получили сверток. Вот. Подозрительный камень, взятый из тела курьера. Все. Дальше двигаемся за следующим камнем. На Везувий. Вот, двигаясь от тоннелей в сторону Тимохи, мы ищем второе тело сталкера. Не доходя Тимохи, оно у нас находится. Чуть отходим правее от дороги. Вот оно, тело сталкера. Труп. Получается квадрат А2, 4. Перед самым Тимохой, чуть вниз, вот здесь вот я показываю. Когда я от слов вот избавлюсь, паразита. Тут нас отравили. По умолчанию, всяко раз. Получим второй камень. По заданию «Время собирать камни». Двигаемся далее через Тимоху до радиовышки. Я уже проводил экскурсии на провизуре. Оставлю ссылочку ниже. Дорога встретил новичка, помогая ему, и Виталю, который сейчас иду награду получать. Все, сейчас пойдем. Связи у Виталия нет, к сожалению, и человека морозить я не буду. Пойдем, пойдем, парняга, доведу я тебя до радиовышки. Кабанов Виталия всех из ППШ убил наверняка. Где там наш ножка Сидорыча? Что же он валит, красавчик? Все, бежим далее. Смотрим, где у нас новичок. Сегодня встает, молодец. Способный играть в отряде. Хотя у нас и нету с ним связи. Надо добавить друзья, наверное. Я даже что-нибудь ему подогнал, хотя ему чего. Он уже вооружен ППШ, все, Бэтмен. Все, наш друг теперь. Запасаемся связи. Ну и
все, мы отметились на точке и двигаемся дальше. Следующий камень у нас будет находиться дол дружба. То есть пройдем на него через точку сохранения подгорную, через мост с радиовышки. Тут вот можно пополнить запасы водой. Неплохая дорога вдоль берега реки. То есть воды здесь навалом, нужна просто фляга. Сейчас я вспомнил, что я зря с собой не взял крысу. Проходим через мост. А я вообще не буду сохраняться. Вот какие у меня мысли. Чтобы сразу оказаться на радиовышке. Вот это да. Чуть не отправили меня назад. Аномалии, так что бежим прям как я. А на самой дружбе куча быстрых и медленных бесов, которые новичка, да и не только, могут порвать сразу. Становимся на линию, на железнодорожную. Радиовышка в той стороне, а мы ищем труп среди елочек. Вон он лежит у нас. Легко нашелся. Все. Мы собрали все камни. Сообщаем следователю о случившемся. Я не сохранялся, сейчас погибну намеренно. Зайду, постреляю бесов. Облучение зашкаливает от камней. Заходим на дружбу. Вон они бегут по нашу душу. Оптики нету. Смертельно. Берем, наверное, в руки ППШ. Посмотрим, что ППШ сможет. Так вот, остался еще один. Я так просто и не дамся. Нет еще. Бьемся в одну кассу, насколько хватит магазинов. Вообще лутаем их всех. Не удается. Я говорил, не сдамся просто так. Я здесь не один и фармлю бесов.
быстрый бес. Руки не было, к сожалению. Выходим гильзы с капсулями. Народ старается здесь особо не лазить, а мне без разницы. Мне надо в Кумару встретить еще и колонка, оказывается. Я и не знал, только она меня отравила. И вылечиться я уже, наверное, не успею. И вот я уже у Морозова. Колонка оказалась ядовитой. А мне того и надо было. Подхожу к следователю, говорю ему, что курьеры мертвы, что вот камни, может их выкинуть. А тот говорит, иди, говорит, к профессору. Больше тебе, говорит, никто не поможет, ты, говорит, скоро умрешь. Следователь сунул нам зажигалку и технический спирт и заставил сжечь все тела. В общем, следователь нас отправил к профессору Симонову. Это находится в лагере ученых, находится в квадрате H8-4. Ну и тела вы уже знаете, я вам все показал, где лежат. Подходим к каждому, совершаем действия. А затем возвращаемся от Симонова к следователю. И сообщаем ему о том, что тела сожжены, что все нормально. Он отдает нам посылку Морозова, мы относим ему, и задание выполнено. Вот ревокат первый раз и заметил в лагере ученых. Главное бы дойти до точки сохранения без всяких ПКшников. Неохота сюда бежать второй раз. Еще и надо, чтобы отношения с военными были у вас не враждебные, иначе они сразу же отстрелят. Военная охрана объекта. Неплохая точка сохранения. Все, мы здесь. Тут доктор Живодеров дает сразу нам кучу заданий, но мы ищем профессора. Вот он, доцент Симонов. Посмотри на эти камни, рассказываем про курьеров. Он говорит, надо сжечь тела. Я говорю, хорошо, я сожгу. И все. Первое тело я уже сжег. Возвращаемся и дожигаем остальные тела. Сталкер. Труп. Получается квадрат А2-4. Возвращаемся в Любич. Найти труп. Тут нас ждет кабанчик. А бывает, что есть медведь. Какой-то израненный. Ага. Смотрим труп наш. Вот дерево. Вот кабанчик. Вот он. Ну, я уже показывал, в каком квадрате. Взаимодействуем. Гори, гори, ясно. Все, к сварогу. Все, движемся до следующего трупа, который на болоте, или неважно, в какой последовательности вы будете сжигать трупы. Но все три надо сжечь, только потом доложить следователю. Вернувшись на радиовышку, мы находим здесь следователя, которому вы послать. Я сжег тела и избавился от ртов. Мы получили 3 игрушки Деда Мороза.
И вот эти игрушки Деда Мороза надо отнести Морозову теперь. Возвращаемся к Морозову. Ну вот мы добежали до гурмана. Вы можете... Я бег вырезал, потому что у нас множество видео о наших походах на Везувии, везде. Подходим к Морозову и отдаем ему вещи Крученого. Полтинник денег всего, но драгоценного опыта получено немало. И репутации. Давайте удачи, мои дорогие подписчики. И сразу же берем у Морозова другое задание. И он сразу посылает нахуй. Кедова, с вами был Сталкер Дед.